Добро пожаловать на гонку внедорожников. Поприветствуем наших участников. Майк из команды «Шар». Трейси из команды «Куб». Дейл из команды «Цилиндр». Элис из команды «Пирамида». И наш самый быстрый внедорожник Джо из команды «Конус». Я лучший, слышали? В этой гонке три этапа. На первом внедорожники будут объезжать плоские фигуры. На втором – объемные. Два оставшихся автомобиля должны будут объезжать препятствия из объемных и плоских фигур. А вот и плоские фигуры, которые нужно объезжать. Круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник и восьмиугольник. Первый этап гонки начинается. Навстречу автомобилям движутся круги. Впереди овалы. Из-под земли поднимаются треугольники. Смотрите, Дейл из команды «Цилиндр» сошел с дистанции. А теперь квадраты. Здесь движущиеся прямоугольники. Перед восьмиугольником нужно остановиться и ждать, пока он опустится. Четыре внедорожника успешно завершили первый этап гонки. На втором этапе гонки их ждут объемные фигуры.
шар, куб, цилиндр, пирамида и конус. Конус! Моя любимая фигура! Второй этап гонки начинается. Машинам нужно толкать шары вперед, чтобы они упали в расщелину дороги и по ним можно было проехать. Старайтесь не сбивать кубы, иначе можно упасть с платформы. Элис из команды «Пирамида» не сможет продолжать гонку. Теперь внедорожники должны проехать по цилиндрам. Будьте осторожны, объезжая пирамиды. На вершине пирамиды застрял Трейси из команды «Куб». Он тоже вынужден завершить гонку. На трассе остались два внедорожника. Они едут между острых конусов. Осторожней, Майк! Конусы везде! Два внедорожника готовы к третьему этапу гонки. Их ждут препятствия из плоских и объемных фигур. Хе-хе-хе! Я снова стану победителем! Третий этап гонки начинается. Майк, осторожно! Не наезжай на острые конусы!
Майк из команды «Шар» не может продолжить гонку. Он проколол колесо. Запасного гонщика у команды нет, а значит... Да! И победитель сегодня... Подождите, я поеду за Майком. Игрушка? Уже нет. Не может быть! О, похоже, теперь у нас есть внедорожник, который будет выступать за команду «Шар». Спасибо, Билл. Игрушки! Третий этап гонки начинается. И победителем становится внедорожник «Билл». Мне придется уменьшить тебя, чтобы вытащить отсюда. Ладно. Простите меня за то, как я вел себя. Билл, ты не просто игрушка. Ты тоже внедорожник. Сегодня мы не просто выучили название фигур. Мы научились дружить и уважать соперников.